Военно-учетные столы отныне единица администрации муниципального образования. В каждой сельской администрации открыт свой военно-учетный стол. А пока глава города оценил возможности нового помещения на улице Ленина, 177. Поинтересовался перечнем необходимого оборудования, познакомился с коллективом, дал поручение своим заместителям и помощникам по организации телефонной связи и компьютерной сети. И не стесняйтесь задавать. Он вам все их не решит. Но вы их задайте, мы будем постепенно, я же не фокусник. Большую часть решили, Сергей Павлович. Начальник военно-учетного стола Сергей Владимирович Дырявко прокомментировал организационные перемены. В связи с проводимыми организационными мероприятиями по переформированию отделов военного комиссариата Краснодарского края, отдел военного комиссариата города-курорта Анапа ликвидирован. И отдел военного комиссариата города по Темрюкскому району был переформирован военный комиссариат Темрюкского Анапского района города Анапа с местом дислокации в городе Темрюке. В соответствии с законом о воинской обязанности военной службы и 53-го от 98-го года и постановлением правительства 719-го от 2006 года положением о воинском учете, постановка на воинский учет военными комиссариатами была передана местным органам самоуправления.